В год 35-летия со дня ввода в эксплуатацию первых станций метро в городе Самара впервые приняла у себя очередное заседание Совета и Общего собрания членов Международной ассоциации метро. В числе основных вопросов – обсуждение перспективных направлений деятельности метрополитенов, обмен опытом и условия дальнейшего сотрудничества, предоставление новых сервисов для пассажиров, примеры исполнения различных норм законодательства, правил и требований, регламентирующих работу предприятий вне уличного транспорта. Представители метрополитенов выскажутся о том, как они относятся к выполнению этих норм. Обсудим вопросы, связанные с обеспечением безопасности движения поездов и пассажиров. Думаю, поделимся опытом в той части, в которой уже есть определенные наработки и в рамках применения новых правил технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации. Международная ассоциация метро объединяет метрополитены городов России и ближнего зарубежья, например, Узбекистана и Белоруссии. Также в нее входит порядка десятка промышленных предприятий. В основном они работают в сфере производства комплексов управления движением поездов, технических средств и различного оборудования для оснащения подвижного состава. В том числе на встрече присутствовали представители петербургского холдинга, которые занимаются капитальным ремонтом вагонов самарского метро. В третьей декаде октября в Самаре примут очередную партию вагонов, 5 единиц, которые в результате капремонта преобразятся снаружи и получат новую современную внутреннюю начинку. Срок службы отремонтированных вагонов продлевается на 15 лет. У нас в Самарской области выполняется программа правительства Самарской области по капитальному ремонту и обновлению электроподвижного состава. На данный промежуток времени в этом году у нас будет уже 26 вагонов капитально отремонтировано. В неофициальной повестке обсудили вопросы строительства метро, которое в городах страны ведется с учетом в том числе плотности застройки, необходимости сохранения историко-культурного наследия и других факторов. Говорили участники о строящейся станции метро «Театральная». Время в пути по ветке с окраин до исторического центра Самары составит порядка 20-25 минут. Технические новшества позволят сократить интервал движения поездов до 5-8 минут. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.